Всем привет, друзья! Вы на канале Ирунчик. Сегодня я вместе с дочкой приготовим яблочный пирог на сковороде. Рецепт, который набирает миллионы просмотров. Проверка рецепта. Посмотрим, получается он или нет. Одно целое яйцо разбиваем, засыпаем сахаром и хорошенько размешиваем. Затем добавляем сметану. Подробное описание ингредиентов будет под видео. Затем соду гасим уксусом и добавляем в нашу массу. Туда же добавляем растительное масло и хорошенько все размешиваем. Также добавляем ваниль, муку и разрыхлитель. Все хорошенько размешиваем и откладываем. Потом нарезаем уже яблоки. Вот такое тесто должно получиться. Яблоки нарезал на дольки, не очищая кожурой. Мне понадобилось всего 2 яблока. Все зависит от вашей сковороды, какого она размера. Сковороду ставлю на газ. Топлю сливочное масло. Добавляю яблоки. И слегка тушу. Также, когда слегка потушатся яблоки, я добавлю корицу, сахар и воду. Хорошенько все размешаю и потихоньку буду добавлять тесто, выровню его и сверху закрываю крышкой и даю пропечься минут 15. Прошло определенное время, открываю крышку и проверяю рукой тесто. Когда я нажимаю, оно не проваливается, остается упругим. Можно проверить шпажкой. Готовый пирог переворачиваем на блюдо. И также можно с обратной стороны еще минутки 2 пропечь. Но многие так не делают, уже оставляют как есть. В принципе, он готов. Но я на 2 минуты еще переложила в сковороду. Он очень нежный получается, потому немного сложно переносить обратно на сковороду. Может быть, поэтому многие так не делают. Вот такой пирог получился. Проверка прошла на ура. Пирог получился очень хороший, вкусный, нежный, очень-очень нежный получается. И у кого нет духовки, это очень хорошая альтернатива. Всем большое спасибо за просмотр и приятного аппетита. И не забывайте, конечно, ставить пальчики вверх и подписываться на канал. Впереди еще много чего интересного.